Бабушка, какой несчастный узник совести. Не сможешь ты там выйти, не сможешь. У меня такое грустное лицо. Придется идти на твою полочку и там мыть ноги, допустим. А вы не ржите. Может быть, у нее горе. Интересно, она чувствует себя оскорбленной? Вот. Несчастный бабоныш. Бабушенька. Бабушка, давай чокнемся. Злые вы, наверное, думают, уйду я от вас. Да? А как вы с Юлей встречали Новый год? Встречали по молдавскому времени? По московскому? Ну, зачем по московскому, если мы в Молдове живем? А по пражскому? Мы к тому времени. Это мы тогда... Через час.